серия моих великолепных рилсов «Волшебная буквица». Чтобы разобраться в буквице, нужно понимать, что такое образ. Образы формируются в мозге благодаря частотным звуковым кодам, которые имеют свою матрицу, букву, обладающую собственным образом. Задача мозга – нарисовать голографический образ объекта, доступный пониманию. Наши предки делали акцент на привитии детям образного мышления, а не на фонетике и морфологии. Почему так? Читая только фонетически, мы как бы скользим по поверхности информационного массива, а всякое поверхностное знание считается неполным, искаженным, то есть ложью, находящимся на поверхности. На самом деле соединяются не фонетические отображения, а образы. Поэтому каждый образ, соединяясь с другим образом, создает новый образ, порождая все новые и новые образы, как на этом примере. В результате получается система образования, призвание образа, образа, ваяние, творение. А когда мы научились образотворению, то наш мозг переходит на образное мышление, образное мировоззрение и образное мировосприятие.